Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет честный обзор каталога номер 13 компании Oriflame. Я вам все расскажу, и не просто расскажу, а покажу продукцию, которой я пользуюсь. То есть я поделюсь личным опытом и дам рекомендации, как работать с клиентами, как рекомендовать продукцию, чтобы у вас были большие заказы и огромная клиентская база. Итак, приступаем к просмотру этого уникального каталога. Действие каталога начнется 16 сентября и закончится 5 октября 2019 года. Итак, давайте посмотрим, что здесь интересненького. Из первой же странички сразу новое предложение. Шикарный продукт. Я люблю, когда в компании выходят новые тональные основы. А здесь у нас появляется в серии Giordani Gold матирующая, пудровая тональная основа. То есть нам теперь не нужна будет пудра, но обращаю внимание, что эта тональная основа рекомендуется для обладательниц жирной кожи. Но я в любом случае закажу себе такую, чтобы попробовать. Разные оттенки, от фарфоровой слоновой кости, естественный беж и корица. Корица такой темный цвет, интересно как будет. Я постараюсь записать вам обзор, тест-драйв всех новинок. Надеюсь, они нам придут в полном объеме. Далее, смотрите, у нас тут есть спецпредложение, ищем условия на 13 странице. Окей, двигаемся вперед. Здесь нас ждут тоже новинки помады Giordani Gold, несколько новых оттенков. Я вам покажу только упаковку, потому что упаковка будет такая же, как у нас уже была эта помада, но добавятся новые цвета. И я рекомендую выписать пробники, чтобы подобрать себе хороший цвет. А вот у меня сразу глаз западает на розовый кварц, мне нравится дымчатый топаз, то есть такие, и внизу королевский рубин и пурпурный сапфир. Необыкновенные оттенки, поэтому я, может быть, себя тоже побалую новой помадой. Хотя, думаю, что не стоит, потому что у меня так много помад, хочется хотя бы их немножечко использовать. Так, здесь что нас ждет? Помада «Икона стиля». Да, тоже у меня есть несколько оттенков, но я не взяла показать. Помада шикарная. Очень люблю. У меня, по-моему, 3 оттенка из этой серии. Я вам хочу показать карандаши для губ, потому что в серии Giordani Gold прикольные карандашики. Они большие, они больше, чем все карандаши. Они затачиваемые, и у них есть с другой стороны кисточка, которой можно растушевать карандаш, нанести помаду, смешать их между собой. И я хочу сказать, что у меня 3 оттенка. Один у нас мак, это вот этот оттенок мак. Видите, да, здесь у нас предложение под помаду, какие подойдут карандаши. Вот смотрите, есть мак, где его вам показать, ну, давайте вот здесь на краешке. Ой, сломала. Слушайте, это невероятно. Окей, заодно сразу попробуем точилку, которую я вам хотела прорекламировать. Она будет чуть дальше. Смотрите, как классно она точит карандашики. То есть легким движением руки. Очень острая точилка. Очень хорошо снимает слой. Не ломает карандаш, не расслаивает его. Так, аккуратненько вынимаем. И вот вуаля, супер классный карандаш. Вот он мне нравится, он очень хорош, классно наносится, легко тушуется, я им закрашиваю все губы целиком, хороший кончик. Из этой же серии другие карандаши мне не понравились. Давайте посмотрим. Так, это кисточка. Кстати, видите, я кисточками не пользовалась. Ну вот, например, розовый. Я немножко сниму один слой, во-первых, чтобы его было видно хорошо. Розовый оттенок. Он по руке хорошо скользит, а по губам не очень. То есть у него как-то получается, что он плохо отдает цвет на губах, но это еще ничего. Извините, да, за мой лексикон. А вот карандаш, сейчас скажу, как он называется, Гордения. До этого я вам показывала розу. Розы. А Гордения, смотрите, он светлый, на руке прекрасно, на губах очень плохо отдает цвет. Это мои ощущения. Может быть, мне такие карандаши попались, такая партия была, я не знаю. Но я ими недовольна, поэтому предпочитаю выписывать карандаши серии The One. Хотя они намного меньше по объему, быстро заканчиваются. Но меня устраивает зато качество, как они наносятся на губы, просто шикарно. Ну, а вы смотрите сами. Конечно, это выгодное предложение, такой большой объем взять. Так, что здесь у нас? Я вам смогу показать карандаш контурный для глаз. У меня есть оттенок,
по-моему, синий. Да, вот такой глубокий синий цвет. Я им как раз красила. Смотрите, он такой прям и сине-черный. У него очень спокойный, глубокий цвет. Вот так побольше прям покажу вам. Шикарный карандаш. Прям вот мне очень нравится. И у меня был еще один карандаш. Сейчас скажу, коричневый. А коричневый тоже глубокий, коричневый. То есть он не яркий. Он спокойный, настоящий такой прям коричневый. Я такой цвет называю сепия в акварели. Вот. И вот карандашами для глаз я очень довольна. Ничего не могу сказать про них. Есть у меня еще база под как объемная основа под тушь. Тоже очень прикольная штучка, мне нравится. Пользуюсь практически постоянно ей. Я ее просто наношу на ресницы, два слоя, бывает даже три. А потом сверху покрываю тушью. И мне нравится, что уже ресницы уложенные, большие, объемные. Нужно немножечко снять туши. Поэтому такую штуку тоже бы рекомендовала. Я единственное, ну я не знаю, буду ли я ее перезаказывать, когда она закончится. Но ее достаточно надолго хватает. Ну и так вот поиграться неплохая вещь. Прям очень неплохая. Так, что дальше? Тушь. Смотрите, тушь у нас будет по акциям, и это предложение начинается на 13 странице. При заказе любого продукта из серии Giordani Gold со страниц 14 по 15, исключая некоторые продукты. Надо посмотреть, какие продукты. Но это, естественно, сама тушь не входит в эту акцию. И, наверное, какие-то аксессуары. 28-292. Вот здесь мелькали у нас аксессуары в серии Giordani. Нет, не вижу. Ну, надо будет посмотреть. И это все-таки еще не все. Так, вот у нас страничка. Вот до этой страницы. Ну, обратите внимание, какие-то продукты не входят в эту акцию. Я думаю, разберетесь. По поводу туши. Классная тушь. Я брала такую. У меня часто ее заказывают некоторые клиентки. Прям они любят. Именно берут только Giordani и ждут, когда эта тушь будет по какой-нибудь акции. И я думаю, что будут заказаны эту тушь. На этой страничке у нас мисс Giordani. Очень необычный аромат, но я не даю каких-то рекомендаций. Я считаю все-таки, что аромат нужно пробовать. Лично мне он не подошел. Но у меня аншлаг всегда на этот аромат. Когда он со скидкой, 2-3 клиентки его частенько заказывают. То есть заканчивается, они опять его заказывают. Ну, я считаю, что это хороший показатель. Так, смотрите, здесь предложение. За 65 рублей вы можете заказать набор, который включает в себя 3 пробника и новый каталог номер 14. То есть вы уже получите новый аромат, который отдельно заказать стоит 20 рублей. Пробник помады, пробник крема и еще и каталог. Я обязательно закажу. Почему-то забываю с прошлых каталогов, но здесь мне очень нравится предложение. Надо будет им воспользоваться. Так, пошли ароматы. Я расскажу про некоторые, которые мне особенно нравятся, мои любимчики. Такой, кстати, я не пробовала аромат, а вот этот у меня был один раз, но я его не повторяю. Не знаю, как-то у меня с ним... Вот он мне нравится очень, но не возникло такой любви глубокой, что я его буду повторно заказывать. Может быть, я тогда была еще слишком молода и неопытна. Надо будет попробовать его из пробника еще раз. Divine, очень популярный аромат, здесь целая серия. Мне нравится, когда крем для тела, дезодорант и аромат, то есть все друг друга дополняет и продлевает стойкость. Это действительно очень классная фишечка. По поводу теней, я не могу сказать, что я от них в восторге, но я заказала себе 2 оттенка, мерцающий беж и жемчужный розовый, отнесла их в офис, макияж с ними делаю, девочки приходят, потому что они очень хорошо выравнивают века. Прям, я хочу сказать, неплохие оттенки. Но само качество теней нет. Восторга бешеного нет. Но обычные тени. Обязательно носите сначала праймер, иначе они будут прям совсем прозрачные. Так, из этого у меня нет продукции. Не могу вам ничего про это рассказать. Но мне понравилась идея, то, что появились карандашики. Я их почему-то не заметила раньше. Я вот вижу, новинка тушь здесь будет. И точилку я вам уже продемонстрировала. Это просто, ну, супер лучшая точилка, которая была в моих руках. А поверьте, за мою жизнь я очень много точилок перепробовала, потому что карандаши все время требуют заточки.
Поэтому это лучшая точилка, очень удобная. А, кстати, есть здесь еще тайная такая штука, где это прячется. Сейчас найду. Как-то надо открыть. А, вот мы открываем. А тут, видите, есть такое копье, микрокопье, которое помогает прочистить ножик, если он забился карандашиком. И вот так обратно вставляем, точилку закрываем, и все так герметично, все хорошо прячется. Ой, не в ту сторону стала вставлять. По-моему, так надо сделать. Да. Все, никто никуда не денется этот контейнер, пока вы не откроете и не почистите его самостоятельно. Поэтому точилочка очень классная. Кстати, вот это удобная щетка. У меня была такая тушь синяя. Мне кажется, щеточка была прям точно такая же. Очень удобная, прикольная. Помады. Есть у меня один оттенок. Я не удержалась. Смотрела и все-таки заказала один оттенок. Мой тон... Так, 38776 на конце. Давайте его найдем. Где он тут прячется? По-моему, теплоореховый. Да, вот он, теплоореховый. Смотрите, какой он на картинке и какой он в деле. Вообще разные помады. На самом деле очень отличается цвет, поэтому старайтесь всегда заказывать пробники. Смотрите, какой красивый цвет. Такой прям осенний, благородный, спокойный. Помада плотная. На губах лежит очень хорошо. Не могу сказать, что она невесомая, легкая, но по качеству она мне понравилась. Прям очень даже хорошую оценку ставлю этой помаде. Я даже не ожидала. Поэтому рекомендую. Цена на нее хорошая. Можно взять несколько оттенков, чтобы поиграть с ними. Для разнообразия, конечно, по цене одной Giordani, да, можно взять три таких разных цветов. Карандашики новые не пробовала, поэтому ничего не могу сказать, но единственное, что сразу обращаю внимание, они малыши. То есть они будут примерно как половинка вот этого карандашика, примерно вот такой длины. То есть они маленькие, и тут написано 0,7 грамма. То есть всегда смотрите на вес. Вес нам подскажет, какой объем у этого продукта. Так, здесь у нас выходит новинка, оттеночные бальзамы, 3 бальзама по 99 рублей, прекрасно. Адаптивный блеск для губ. Что это такое? Он подстраивается под цвет губ и усиливает его через 5 минут после нанесения. То есть он будет хамелеон, и это интересно, это всегда, как знаете, вот, ну, игра, это что-то необычное. И я знаю, что многие девушки любят такие штучки. Так, лаки для ногтей. У меня есть на канале обзор этих лаков. Просто откройте его, посмотрите. Потому что здесь такие красивые цвета. Я помню, когда я делала обзор, думала, просто сойду с ума, не могла выбрать себе цвет. И они все красивые. На самом деле, необыкновенные. Компактные румяна, 2 грамма. Тоже есть у меня такие румяна. Забыла показать, даже есть дома. Маленькая такая палеточка. Чем они мне понравились? С собой носить удобно. Цвета прикольные, такие свежие, девичьи. Ну, я их заказывала в основном для макияжа, потому что мне приходят разного возраста, девочки, женщины. Ну и румяна – это очень важный момент в макияже, очень важный. Если вы цвет румян подберете неверный, вы сделаете нежелаемый какой-то эффект. Больше ничего не пробовала, смотрю, новинка BB-крем выходит, очень классно. Что это BB в молодежной серии, однозначно он будет классный. Потому что предыдущие у меня брали на ура, девчонки, прям вот с удовольствием заказывали. Так, здесь у нас все без скидок, поэтому быстренько так перелистываем. А, не взяла продукт свой любимый, оставила в ванной. Расскажу в двух словах. Это медузка, специальное средство для снятия водостойкой косметики. Я не пользуюсь водостойкой косметикой, но это средство я обожаю просто, потому что оно элементарно удаляет любой макияж на раз-два. Не нужно тереть кожу, просто прижать ватный диск, смоченный этим средством, подержать и убрать. И все будет кайфово. А вот это средство у меня не снимает так хорошо косметику, но дочка моя предпочитает именно это средство. Ну, кому что нравится. А, пробовала я такие тени. Это кремовые тени Трансформер. А, смотрите, у меня был вот такой оттенок, жемчужный бежевый, но я его подарила. Подарила, кстати, своей парикмахерше. Ей он так понравился. А я им не пользовалась, потому что мне неудобно. У меня были длинные ногти,
И как бы пальчиком брать неудобно, кисточка каждый раз, то есть они без кисточки же идут, отдельная баночка. То есть надо где-то кисточку хранить. И мне это было так неудобно, я с ними рассталась, хотя мне тени понравились. Особенно прикольно по ним делать макияж сухими тенями. То есть их используют как база, такая некая подложка, а сверху уже сухие тени. Ну, цвета, конечно, бомбические. Я прям смотрю, я бы опять вот эти повторила. Мне очень нравится золотой, кофейное сияние. Ну, вот эти ярковатые, конечно. Хотя они не такие яркие, как вот на картинке. А вот тут солнечная медь. Это сейчас самый модный, мне кажется, цвет макияжа. Это вот просто беспроигрышный вариант вот на осень. Представляете, такая будет красота. Сейчас модные действительно эти оттенки. Так, здесь подводки для глаз. Вот ультрамягкие тени Кайал я ни разу не пробовала. И даже не рискую их взять, потому что я не понимаю, как ими пользоваться. И не хочу даже пробовать. Не знаю, может быть, я делаю грубую ошибку. Ну, может быть, вы меня разубедите, если кто-то пользовался такими тенями. Напишите мне, чем они вам нравятся, как ими пользоваться, чем они хороши. А для меня, например, всегда вопрос. Вот, вначале классно, когда у них острый кончик, но он же будет стачиваться. А что делать потом, когда здесь останется такой вот толстый стержень? Он же уже не будет острым. То есть как вы решаете этот вопрос? Расскажите. Подводку такую тоже не брала, поэтому пролистываю смело дальше. Я вам покажу кисточки. Тушь 5 в 1. Вот если вы ее ни разу не пробовали, то просто смело выписывайте. Вы в нее точно влюбитесь. У меня старая упаковка, но кисточку я вот оставила, чтобы показать. Видите, какая уникальная кисть. Она слегка изогнута, слегка. И этого изгиба достаточно для того, чтобы уложить ресницы веером. Смотрите, с одной стороны, очень короткие щетинки для того, чтобы подобраться к началу роста ресниц, не задев слизистую оболочку глаза. Для того, чтобы не травмировать ее и не царапать, не пачкать, чтобы глаза не слезились. И особенно это идеальный вариант для обладателей чувствительных глаз. С другой стороны, ворсинки широкие. Посмотрите, какой объем. Под изгибом, уже серьезный изгиб. И этой стороной мы делаем длину. То есть мы подхватываем ресницы, поднимаем их и заворачиваем. Наращиваем, утолщаем. Это идеальная тушь, моя любимая. Она ей была и останется на всю жизнь. Мне кажется, лучше уже для моих ресниц придумать ничего не могут. И покажу вам тушь термосмываемую. Не могу сказать, что эта кисточка мне нравится. Нет. Нет, точно не нравится. Я ей могу накрасить ресницы, но они не так хороши, как хотелось бы. То есть она сделана в виде спирали. Очень короткие, вообще практически их нет, щетинок. Но накрасить ей можно. У меня есть подруга, которая говорит, это шедевр. Я ее не очень понимаю, потому что для меня это не шедевр. Но вот есть люди, которые говорят, это потрясающая тушь. Но зато у нее есть шикарное качество, она смывается просто очень теплой водой. То есть она не смоется в бассейне, в море, под дождем, под снегом, но она смоется элементарно, она просто снимется с ресничек, как одежда, не останется следа, не останется глазок панды. Вот этим мне тушь нравится бесконечно, просто роскошь. Так, гель, подождите, покажу вот сначала. И щипчики для завивки ресниц. Ой, они, правда, без скидки, но я вам взяла. Не заметила, что без скидки. Поэтому покажу. Вот этот вот агрегат, это не средство пыток. Это действительно очень хороший инструмент для того, чтобы собрать реснички все, вот, чтобы они стояли ровненько и загнулись все одинаково. Помните, что пользоваться можно только на сухие чистые ресницы. Ни в коем случае никогда вы их накрасили тушью. Вы их просто сломаете. Кстати, только вот сухие взяли реснички, аккуратненько прижали, посчитали 20 раз до 20 и отпустили. Можете сразу красить. Накрасили, перешли ко второму глазу, подкрутили, отпустили, накрасили. Все, вот такой механизм, мне очень нравится, частенько пользуюсь этой штукой. Так, гель для кондиционер для бровей и ресниц. Забыла взять, но он у меня всегда есть, я им пользуюсь постоянно. Он на самом деле помогает восстанавливать реснички, укрепляет их, они становятся лучше, качественнее. Ну вот по поводу бровей, я не знаю, я пользуюсь сначала 2-3 недели для ресниц, когда он пачкается уже, я его передаю бровям, и он мне нравится просто, как он укладывает брови, но больше какого-то функционала от них я не вижу. Так, этих тушей у меня нет, кстати, вот эта тушь у меня была,
два или три раза я заказывала. Она прикольная. Вот очень прикольная. Прям понравилась мне, не знаю как. Так, помады. Нет у меня такой помады. Не буду на ней долго останавливаться, но есть что-то акционное. При заказе любого продукта из этого каталога, кроме самой помады, вы ее можете приобрести всего за 219 рублей. Это цена каталога, у вас еще будет скидка 20%, если вы консультант. Если вы не консультант, обратитесь ко мне, я вам помогу оформить дисконт на скидку от 20 до 70%. И будете покупать еще дешевле. Поэтому, да, помада хороша. Однозначно она хороша, тоже частенько ее заказывают. Так, что здесь у нас? Я вам покажу помаду 3 в 1. У меня, по-моему, 2 оттенка осталось всего. У меня был еще розовый хрусталь, но я его подарила. Смотрите, этот цвет вообще закончился практически, но пока не буду его перезаказывать, хотя планировала. Но я вот такую помаду заказала, и мне кажется, цвета очень близки, поэтому надо немножечко использовать ту помаду. Ну, это чуть посветлее, но, в общем-то, да, сильно посветлее. Ну, в общем-то, в одном направлении. Это восхитительная роза, второй оттенок. А первый чарующий беж. Смотрите, какой цвет. Вот так вам покажу. Они обе обалденные, просто нереально. Еще и вкусно пахнут, еще и на губах классно лежат. У них, получается, 3 слоя. Вот тут будет получше видно. Цвет, потом идет блеск и внутри увлажнение, бальзам. И они, когда на губах смешиваются, получается восхитительный коктейль, ухаживающий, чарующий, ароматный и невесомый. При этом губки вообще просто как конфетки. Я очень люблю эти помады. Помада Мусс. Помада с характером. У меня тоже 2 оттенка. Есть ореховое пролине и... Сейчас скажу. Пряное какао. Ну, вот, соответственно, сначала идет посветлее ореховое пролине, матовое. Удивительно, что эта помада мне не сушит губы, и я ей с удовольствием пользуюсь. Я сначала один цвет взяла, попробовала, думаю, ого, как круто. Вот она сейчас влажненькая, но она подсохнет. Она на губах матовая будет совсем. А это, сейчас покажу цвет на пряное какао. Тоже очень красивый цвет, но он более темный, я им редко пользуюсь. Ну, слишком темноватый он все-таки для меня. Но все равно классно, так эффектно на губах лежит, ну просто обалдеть. Все эти матовые губы, это так красиво, удобно, удобная кисть и прям супер помадки. Хоть одну себе возьмите, пусть у вас будет такое вот чудо помадное. Так, что на этой страничке? У меня есть стойкий консилер, самый светлый, по-моему, оттенок, у меня 6 должен быть. Да, это он, люблю этот консилер. Вот тут покажу, вот он прям светлый-светлый. Поэтому смотрите, если вы белокожие, он вам подойдет. Если нет, возьмите естественный. Но я вот взяла такой, потому что у меня зимой очень белая кожа, очень светлая. Я в солярий не хожу, считаю, что это не нужно абсолютно мне делать. Вот такой консилер, куда я его наношу. Ну вот смотрите, омолаживающий макияж, носогубки прохожу. Светлый оттенок вытаскивает морщинку. Да, немножко под глазки, морщинка здесь. То есть, ну, вот везде, где нужно сделать такую коррекцию небольшую, что-то замаскировать, я вот с этой целью пользуюсь, смотрите. И все, он матовый, он такой прям классный, все перекрывает, супер. И консилер наносим на тональную основу. У меня также есть праймер, но он без скидки не показывала. Расскажу про базу под макияж. Я ее никогда не брала и не пробовала, но недавно имела счастье попробовать в нашем офисе. Девочка принесла свою базу. Смотрите, как она работает. Она белая. Ее, когда наносишь на лицо, оно все сияет. И сверху нужно проложить тон. То есть вы видите, как будто подсветка изнутри идет. Сверху накладываем тон, и лицо становится как конфетка. Честно говоря, это что-то нереально красивое, поэтому если вы любите эксперименты, если вы любите, чтобы лицо сияло, выглядело холеным, ухоженным, довольным своей жизнью, то вам этот продукт точно подойдет. Далее, стойкая тональная основа произвела на меня бурное впечатление, бурное в плане, что я офигела. Вот просто прямым текстом. Я офигела. Я не думала, что этот тон мне может понравиться. Я его никогда не брала и даже не хотела. Я, знаете, почему? Я потом думала, почему я его не брала. Я перепутала стойкое с матирующей.
На самом деле матирующая для жирной кожи, так у меня кожа не жирная, я как бы ей не интересовалась. А это стойкая. Смотрите, вот у меня есть поры на руке. Она не забивает поры. И я от этого просто балдею. И для меня сейчас этот тон стоит на вот номер один. Среди всех, которые у меня есть тональная основа, она мне нравится больше всех. Посмотрите, какое чудо. Вот она сейчас высохнет. Она держится весь день, ее не надо подправлять. Она не собирается у меня в порах на носу, что меня очень бесит. У меня есть любимая тональная основа, например, Aqua Boost, тоже серия The One. Но она у меня потихонечку начинает собираться в порах, и мне это не нравится. А здесь, смотрите, ровное, идеальное покрытие. Мне кажется, после моей рекламы ее раступят в первый день. Да, если все, конечно, посмотрели бы консультанты это видео. Знаете, какое чудо? Вот она высохла, она легла идеально, и ее нет. Все, отдыхаем и забыли переживать за свой макияж. Он крутой. И очень крутой продукт, вот он прям рядышком, и рядом эта кисть. Невероятная кисть. Посмотрите, какая она красивая. Она просто чудо. Это произведение искусства, а не кисточка. И когда я покупала, я думаю, ну я просто кисточный маньяк, я бы ее купила, даже если бы она стоила 1000 рублей, потому что я люблю все кисти, а кисти в Oriflame бесподобные по качеству, все абсолютно, которые я брала, я ими всеми пользуюсь, и куда-то обязательно они пригождаются для какого-то определенного момента в макияже. И эта же кисть невероятная, и я ее использую для бронзера, вот для этого. Не смотрите, что такое грязное зеркало. Ну да, оно рабочее, да, оно пылится, потому что пудра сюда попадает, но я им как таковым редко пользуюсь. Я люблю краситься перед большим зеркалом, чтобы видеть себя целиком, а не кусочек себя. Смотрите, бронзер, он не рыжий, он хороший бронзового оттенка. Далее, хайлайтер. Он с розовым подтоном, из-за этого дает красивое омолаживающее сияние кожи. И цвет румян, который подойдет практически всем. И я каким образом делаю? Я беру кисточку. Сначала бронзер, прокрываю вот скулы себе, да, чуть-чуть вот боковые части подрисовываю, на лбу немножко. Затем я беру другую кисть для пудры и румян. И вот так вот все смешиваю. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. У меня получается такой коктейль. Вот так вот я колдую. И получается магия. Получается очень красивый цвет румян. Вот. Ну и здесь вот не видно. Немножко надо набрать побольше. Очень красивый и с легким сиянием. И мне это очень нравится. То есть такое естественное лицо. Очень чистое, молодое. Получается прям вот шикарный омолаживающий макияж. Ну что еще можно желать? И вот за это прям вот Oriflame отдельную благодарность, потому что это лучший продукт, который я держала в руках, вот в плане того, что все в одном месте, мне все нравится здесь, вот все эти продукты я никогда не оставляю без внимания. То есть каждый день делаю макияж, использую эту палетку, и вам тоже рекомендую, просто будьте балдеть. Если еще себе не заказали, срочно берите. Слушайте, я вот про ногти ничего не стала брать. У меня есть много продуктов, но что я могу сказать точно, мне очень нравится вот этот продукт покрытия сушка, но мне не нравится, что он достаточно быстро высыхает, то есть у меня доходит где-то, вот остается еще где-то третья или четвертая часть, и им пользоваться уже невозможно, все, он у меня пересыхает, то ли надо им более активно пользоваться, не знаю. Далее, у меня есть защитная основа под глянцевое покрытие, и... Пам-пам-пам-пам. Все, больше у меня этих нет средств. Поэтому не взяла. Но вот это пробовала, знаю, рекомендую. Что здесь? Ну, и про это не буду рассказывать. А, кстати, почему не буду? Мне очень нравится вот этот набор для педикюра. Да он бомбический просто. За 299 рублей здесь все. И терка, и щетка, и пемзочки разные. Очень удобные, и ручка удобная. И я им регулярно пользуюсь. Пяточки просто сверкают. Новинка выходит. Матирующий многоразовый спонж в футляре. Это находка для обладателей жирной кожи. У нас есть такие вот салфеточки, промокашки маленькие, но они закончились и все. Цена такая же на них примерно. Здесь же спонжи прослужат очень долго. Их можно мыть аккуратненько, сушить и убирать этот жирный блеск неприятный, который, да, я думаю, всех бесит, у кого жирная кожа. Это, конечно, прям не вау. Так, здесь есть у меня кое-что, серия Giordani Gold, это стик, кремовые румяна в стике,
И знаете, что интересно? Я в начале лета ими бесконечно пользовалась, постоянно. Смотрите, они у меня даже, ну, почти половинку я использовала. Я ими наносила и румяна, и тени. Тени вообще прикольные. И губы. Но на губах у меня сворачивалось. То есть через некоторое время. И я стала наносить поверх помады. Вот, кстати, надо было поверх праймера попробовать наносить. Видите, какой цвет? Это просто магия! Если у вас еще есть загар, возьмите, не пожалеете. Это так красиво на загорелом теле. То есть я вот летом частенько баловалась этой штукой. Я от нее в восторге. Единственное, что на губах она сворачивалась. И на веках она собирается. Ну, просто периодически я пальчиком вот так вот смотрела в зеркало, растирала. Не могу сказать, что это какое-то бешеное неудобство. Ну, ради такой красоты можно и помучиться немножко. Говорят же, красота требует жертв. Ну, вот это такая жертва, что надо просто следить за макияжем. И если вы можете такую жертву принести, то вот я рекомендую эту штуку. А подружка у меня заказывала бронзовое сияние, ей тоже очень понравилось. Так, дальше. Карандаш для бровей еще у нас не показывался, да, свою красоту. Он хорош, он реально крутой. Смотрите, он двухсторонний, здесь у него специальная щетка, которая уложит брови, потом их опять зафиксирует. И сам карандаш. У меня самый темный цвет, вот он, вот такой. То есть он хороший, настоящий цвет, реальный, не с рыжим, не с чем-то, да, обычный хороший цвет. Вот так вот мы покрываем волосики. И я им, кстати, очень долго пользовалась, когда мне надоела палетка, я взяла его. Смотрите, какие классные штришки он делает. Все, я не могу остановиться. Держите меня, семеро. Классный карандаш, прям вот рекомендую. Хороший продукт. У меня его тоже заказывала клиентка одна несколько раз, потом она сделала себе татуаж бровей и перестала заказывать. Ну, говорит, скоро вернусь к нему. Так, еще есть кое-что показать. Это бальзам, восстанавливающий для губ с SPF 12 с ароматом ванили. У меня вот оттеночек как раз, по-моему, розовый. Кстати, он у меня уже очень давно, и я его хотела выкинуть, но тут что-то осталось, и я решила его оставить для демонстрации. Вот он неправильно лежал, и поэтому вот, вот чуть-чуть что-то вышло. Смотрите, какой цвет. Он просто, вот просто бальзамчик. Вот, прозрачненький такой. Такие губки... А, прям аромат ванили пошел по всей кухне. У меня тут, я на кухне сижу. Смотрите, будут такие красивые, блестящие розовые губы. Прям, вот сама сейчас губы накрашу и буду балдеть. Хорошенький. Не надо выкидывать, надо его закончить было. Похвалила. Нравится он мне. Поехали дальше. Так, про всю вот эту вот штуку аксессуарную ничего говорить не буду, потому что я ничего себе не выписывала. Безумно хочу вот эту сумочку, насколько она красивая. О, вау. Но я уже взяла себе вот такой рюкзак, и он мне нравится. Я к нему приспособилась за 2 дня, я уже его узнала все, как и что он себя ведет. Его главное не перегружать слишком сильно, но он такой вместительный, он такой удобный. Просто в него смотришь и видишь все, что в нем лежит. Необычная застежка. Цвет. Просто обалденный цвет на осень. На любой сезон. Но осенью он будет особенно хорош. Я в восторге от этой покупки. Вот прям реально. Нравится мне. И как сумочку можно нанести, и на плечики закинуть. В нем все прекрасно. Больше пока ничего себе не выписывала. Поэтому пока молчу. Так, серии для ухода за лицом. Смотрите, какое предложение, не пропустите. Сейчас летом все покрылись пятнами, как леопарда или как далматинца. И у меня уже прям шквал звонков, смс-ок. Лиля, как вывести пигментные пятна? Я говорю, так, ждем 13-й каталог и все выведем. И на самом деле лучше заниматься выведением пятен в осень, когда уже не такое активное солнце. Поэтому затариваемся средствами, они работают. Я проверила на себе, у меня пятнышки все ушли. Все осветлилось, все прекрасно. И, в принципе, эти средства очень хороши. Выбирайте на свой вкус. Я вам чуть-чуть похвалю бустер, потому что я влюбилась вот в этот энергетический. Я взяла еще питательный. Тоже он неплох, да, такой прям хорошенький бустерик. Этот взяла еще обновляющий, не пробовала, но энергетический заказала еще. А второй, потому что этот уже практически заканчивается. Вот как он мне нравится. Он густой. То есть, если вот этот прям жидкий-жидкий, то этот густенький такой, видите, вот он капля, такая густая,
Вот она, еле капает. Он такой прям классный. Какое с ним классное лицо. Я его смешиваю с кремом Экологен. Wrinkle Power серия обновленная. Все прекрасно работает. Поэтому даже не смущайтесь, не думайте, что только с Optimals. Нет, можно и с другими мешать, все будет хорошо. Кстати, похвалю вот эту штуку, она у меня тоже есть, уже много лет ей пользуюсь. Вообще вау, такая удобная штучка. Мне кажется, каждой девочке нужен такой триммер, и он у нас очень классный по качеству. Многие любят вот эту серию по уходу за лицом. Одна женщина меня ждет такой крем витаминный. Одна женщина все время берет вот это средство 3 в 1, по 3, по 5 тюбиков. Она говорит, что это самое лучшее, что она пробовала в жизни, а ей уже 70 лет. Человек разбирается немножечко в уходе за лицом. Так, что еще похвалить? Так, маску я прихватила, чайное дерево. Я просто маски оставила в офисе, у меня там с кокосом и питательное. Сейчас у меня, знаете, есть люди, которые живут на два дома, а я живу на дом и на офис. У меня половина косметики в офисе, половина дома, что-то я таскаю с собой туда-сюда, что не очень удобно, и стараюсь, чтобы в офисе тоже был комплект. Ну, не всегда так получается. Так вот, смотрите, маска-скраб, и здесь, и они мне все нравятся. Они очень крутые, такая упаковка, но у нас уже все, она пустая. У меня дочка, мне кажется, каждый день ей пользуется, потому что она действительно, ну, хорошо помогает от прыщей, и вообще поры стягивает, чистит поры. И забыла взять маслице, масло в каждый дом. Я живу под этим девизом, потому что, ну, я не знаю... Все можно им, и ожоги, и ранки, укусы, насморк, прыщики, перхоть, в крем добавить. Ну, не знаю, геморроем даже лечат. Ну, классная штука, просто супер. Поэтому берите себе вот этот флакончик, хватит его надолго, там прям капелюшечку надо, чтобы все вопросы порешать. Пробовала маску для лица. Я не могу сказать, что я вижу какое-то чудо после этих масок тканевых. Ну, у меня просто состояние кожи достаточно такое классное. Грех жаловаться, как говорится. Поэтому мне просто нравится, что лицо напитанное. Мне нравится этот лайфхак, что вот я маску эту наношу. Она такая прикольная. Ну, возьмите, просто побалуйте себя. Я вот пока одну такую пробовала, надо вот эту еще сделать, антиоксидантную. Ну, в общем-то, да, мне нравится, все хорошо. Серия по уходу за лицом, смотрите, их даже выделили вот так в отдельный блок. Вставка. Это на Vage. И здесь просто самое лучшее, мне кажется, что есть в Oriflame, это вот здесь. И Wellness еще. Это просто продукт, который вот, вы знаете, может быть, вот такого всего, что мы смотрели, там, помадки, там, карандашики, это в любой компании, да, все есть. Но вот такое вы нигде не найдете. Это то, что вам позволит избежать уколов, диспорта, там, всяких-то уколов, инъекций, подтяжек, походов к косметологу. Вот просто подберите себе набор под свою задачу. У меня, мне кажется, есть все из этого. Я использовала полный комплекс Ultimate Lift. Вот этот весь комплекс у меня был. Я использовала некоторые продукты для осветления. Брала дневной крем, по-моему, и сыворотку. По-моему, вот я это брала. Я пробовала всю серию True Perfection. Действительно, личико становится такое розовое, сияющее. Невероятное, классное. Моя любимая серия Collagen Wrinkle Power. Просто это моя любовь на всю жизнь. Мое лицо говорит само за себя. Мне 45 лет, а мне порой дают меньше 30. Ну, это разве не победа над... Блин, я не знаю, над всем. Это очень круто. Ну, эту серию я пока не пробовала, но я уверена, что она крутая. Просто подберите себе все. Вот это я пробовала, мне очень понравилось. Маску такую я брала, она, кстати, сильно отличается от тех масок, которые я сейчас показывала вам до этого. Эссенция мне тоже нравится, тоже ей пользуюсь. Маска ночная. Фантастическая маска. А что это за спеццена? При заказе на 4000 рублей и специальной вставке на Vage текущего каталога, кроме... какого-то средства, самой маски, мы можем взять маску за 499 рублей. Отлично! Ну, надо на 4000 взять. То есть вы берете себе любой набор и берете маску с такой большой скидкой. Моя любовь — это аппарат для очищения кожи. Особенно я люблю массажную насадку, вот эту. Кстати, почему-то забыла, давно не пользовалась, а когда получил первые 2 месяца, я каждый день... У меня такие результаты были, все, возвращаюсь.
Но я не очень пользовалась вот этим средством, то есть этой насадкой, отшелушиваешь, но массажная, это что-то с чем-то, это просто оргазмически. Так, антивозрастной крем для рук, тоже очень крутой крем, я его экономлю. Так, все у меня уже измазано, вот здесь покажу. Не знаю, почему я его экономлю, наверное, потому что он очень дорогой, и я им пользуюсь так вот на ночь, например, чтобы он хорошо поработал. Кстати, только сейчас увидела, что у меня веснушки на руке появились. Никогда не было. Видите, надо защищать кожу. Тут SPF 25. Вот с ним и надо было ходить все лето. На улицу, а не на ночь. SPF 25. Зачем я его на ночь-то ношу? Объясните мне. Ну что здесь? Тут у нас витамин В3 стимулирует производство коллагена. Поэтому я и носила. А еще есть технологии противопигментных пятен. Так вот, посмотрим, как выведутся у меня пятна. Буду теперь пользоваться им каждый день и наблюдать. Да? Надеюсь, камера передает, что у меня есть какие-то веснушечки здесь. И будем смотреть, как быстро они исчезнут. И исчезнут ли они совсем. Вот это очень интересно. У нас продолжает идти активность на средства, помогающие защитить кожу от солнечных лучей. И я могу сказать, почему. Конечно, сезон отпусков продолжается. И даже если в вашем краю, где вы живете, закончилось солнышко неожиданно, то оно есть в других местах. Лето может быть круглый год. Были бы деньги, как я говорю, можно улететь в любую страну. Но если вы никуда не планируете лететь загорать, а кожа постепенно бледнеет, то вам в помощь это специальный спрей автозагар. Мой любимчик, он действительно спрей, у него есть распылитель. Он очень красивого цвета. Для меня это палочка-выручалочка, когда нужно тело провести в красивый вид, я использую вот этот спрей. У меня дома есть всегда. То есть, если вы захотите сделать быстренько загар, а средств у вас нет, заходите ко мне, быстро сделаем. Распылим, разотрем. Главное, чтобы кожа была хорошо очищена от мертвой кожи. Так. Что в этом году у меня было особо популярно? SPF 15, на лицо 25-ку я брала и успокаивающий, увлажняющий лосьончик. Вот эти вот мои любимчики. Как раз здесь все в линеечку и выстроились. Так, двигаемся дальше. Ищем что-то интересное со скидкой. Вот про ароматы долго говорить не буду, потому что я считаю, что это настолько индивидуально. И каждому нужно понюхать, но я покажу вам свои любимые ароматы. Happy Dizelak, ту-ту-ту-ту. Очень люблю этот аромат. Ах, я по нему соскучилась, давно не пользовалась. Сейчас поставлю его с краешку. Я периодически миксую ароматы, чтобы, ну, они потихоньку заканчивались хоть как-то. Очень мне нравится вот эта роза, ну, скорее даже по дизайну, не столько аромат, потому что, ну, немножко не мой аромат, но неплох. В общем-то, ну я когда увидела этот флакон, я не удержалась просто. Он еще был по какой-то акции, и я его выбрала себе вот по акции, то есть он мне пришел за какие-то копейки. Далее. Ой, у меня есть и такой аромат. Ну не в любимчиках. В любимчиках у нас в семье Love Potion Secrets. Особенно дочка, она прям плачет. А у нее закончился он. Она, мам, ну может у тебя где-то есть хоть пробничек? Я говорю, нет, давай использовать то, что есть. Шикарный, мой любимый аромат. Все-таки это мой любимый Giordani Gold Essence. Сейчас я его так воспринимаю. Уже 2 года он у меня в любимчиках ходит. Это уже, наверное, 2-й флакончик у меня. Ах, как он пахнет. Но он не летний аромат, поэтому он сейчас ждал своего сезона. И скоро он выйдет в бой, и последние капельки закончатся. И, наверное, потом буду брать себе новый, потому что я его люблю. Это, ну, один из лучших ароматов Эритрея. И, кстати, очень неплохой вот этот аромат On the Edge. On the Edge. Очень интересный состав у него. Он стойкий. У меня сейчас его дочка унесла к себе в комнату и заканчивает. У нее закончился Love Potion Secrets. Она перешла на этот. И он очень вкусный. Он больше подойдет, наверное, все-таки молодым девушкам. Таким азартным, стильным, дерзким. Потому что он действительно такой. Он очень прикольный. Так, интересно, у нас будет новинка. Обязательно возьму пробник. Интересный аромат Sublime Nature. Сейчас скажу. Sublime Nature Tonka Bean, если правильно говорить. И, конечно, язык сломаешь, такое произносить. Такой восточный аромат.
Он точно не летний, это холодный сезон, для него сейчас наступает его пора. Но, видите, у меня его одно время, смотрю, нет на полочке, я его нашла у дочки, говорю, что это? Оставь мне этот аромат, потому что мне он тоже нравится, он необычный, он отличается от всех ароматов в Oriflame. Закажите пробник, вот не пожалеете, 20 рублей, погуляйте с этим ароматом, потому что он, может быть, вам он не понравится, но это уникальный аромат, действительно уникальный. Так, здесь мы быстренько так перелистнем странички. Вот, еще мне нравится, кстати, часто спрашивают вот эти спреи, а мне нравится именно вот этот Love Potion, Soul Tempting, он прям оригинальный, очень прикольный. Так, что еще у нас тут интересненькое? Что-то я уже каталог сдвинула. Так, мужское. Пролистываю мужское, не буду ничего говорить, мне кажется, на вкус и цвет товарищей нет, надо все нюхать, пробовать. Выбирать то, что вам по душе и чтобы было кайфово. Не забывайте мальчиков тоже, что они тоже любят быть красивыми. И многие, кстати, сильно комплексуют, когда у них что-то не так там на лице, они прям переживают очень сильно, сильнее, чем девочки. Поэтому помогайте им решить эту задачу. Сами они не купят, купите, поставьте, научите пользоваться, они будут счастливы. Кстати, очень хвалят вот это мыло. Оно прям реально классно очищает лицо. У мужчин часто бывает жирные, широкие поры, и поэтому мужчина очень любит умыться так, чтобы кожа скрипела. И у меня есть несколько мужчин-клиентов, они балдеют от этого мыла. 2-3 кусочка всегда берут, и он такой кусок 100-граммовый, долгоиграющий. Так что прям смело берите. Хорошая, кстати, цена, всего 79 рублей. Великолепно. Так, дальше. Wellness. Вот я уже говорила, что Novage – это такая вот визитная карточка Oriflame. И раздел Wellness – вот все здесь мое любимое. Я обожаю здесь все. Мы регулярно пьем Wellness Pack. То есть я не беру отдельно витамины, астаксантин беру отдельно, мне он очень нравится. Но Wellness Pack у нас дома каждый день. Редко бывает, что мы пропускаем, там забыли выпить, ну что-то закрутить. Коктейль всегда. Батончики иногда. Суп всегда, но ем я его не часто, и только я одна дома его оценила, но я его очень люблю. И периодически мне хочется просто супчик похлебать, или когда Миша сидит на диете перед сдачей плазмы, ну, трехдневная диета, он ест постные супчики, и мне что-то отдельно не готовить, я кушаю вместе с ним, но я добавляю себе ложку такого супа, и у меня получается суп вкуснее, богаче, такой душистый. Поэтому мне очень нравится. Обалденный продукт – это нутрикомплекс для волос. На мне проверено, как он работает. Волосы становятся лучше, крепче, они не сыпятся. Волосы растут хорошо, они даже качество у них меняется. Они становятся такие плотные, блестящие. Но, девчонки, помните, и мальчишки, кто будет смотреть видео, но не бывает волшебной палочки. Вы не думаете, что вы пропьете одну пачку, и у вас чудо случится. Вот тут надо 3 пачки пропить. 3 пачки. Wellness начнете пить, Wellness Pack, Wellness коктейль, вы не сразу станете стройные, у вас не за 5 минут наладятся там, обменные процессы, да, и стул. Оно все потихоньку, иммунитет будет укрепляться, у вас будет восстанавливаться зрение, сердечная мышца, суставы, у меня перестали суставы болеть. То есть я вот, у меня гайморит прошел, просто фантастика, мне хотели долбить стенку, да, там, лечить, уродовать меня. А он прошел, когда я пропила, вот несколько лет я начала пить Wellness Pack, и я озадачила, что у меня нет гайморита, хотя он меня мучил всю жизнь. То есть, ну все, как бы у меня перестали почки беспокоить. Как бы многие болезни, они не уйдут за один день, потому что вы их накапливали там годами, а хотите, чтобы они исчезли сразу. Нет, такого не бывает. Поэтому наберите терпение, просто введите себе в рацион эти продукты. Ну, а мы двигаемся дальше, и здесь у нас сухой шампунь. Кстати, я почему-то все время брала себе вот зеленый. Почему? Потому что он для жирных. Думаю, ну чтобы жир убрать, все хорошо. Хотя у меня волосы не жирные. Но у него такой убийственный запах. Просто хоть из дома беги. Он, конечно, крутой в плане, что волосы становятся чистенькими. И можно не мыть голову, а когда срочно надо хорошо выглядеть, это прям палочка-выручалочка. А девочки мне в чате написали, что нужно брать фиолетовый, что у него приятный аромат. И теперь я буду брать фиолетовый. Ну и вам тоже рекомендую.
Прикольная щетка массажная. Тоже я и себе, и дочке такую купила. Но у нее постепенно со временем облетают вот эти вот розовые наконечники. И это меня огорчает. Хотелось бы, чтобы они не облетали. Все, что касается волос, надо пробовать. Все, что касается серии Hair X, очень маленький расход. Всегда берите капельку, вспенивайте на руках, получится очень много шампуня. Не наносите его слишком много, потому что его плохо смывать. То есть он будет плохо смываться, и будет ощущение, что волосы утяжелились и грязные, жирные. Нет, просто надо маленькую капельку хорошо вспенить, перенести на мокрые волосы, опять взбить их, вспенить и смыть. Многофункциональный, мультифункциональный CC-крем для волос. Тоже у нас дома он постоянно, уже, кстати, вот заканчивается. Видите, худой какой флакончик стал. У нас он тоже постоянно, очень нравится. Дочка его просто обожает. Он, кстати, шикарно снимает статику. У кого сейчас начнется зимой, шапку сняла, волосы полетели под потолок, вам нужен этот крем. Он шикарно снимет статику, и волосы будут выглядеть просто круче. И для, как он защищает при сушке, и волосы легче расчесываются, и лежат хорошо. Ну, вообще, фантастический продукт. Зубная паста. Обожаю зубную пасту. Она одобрена шведскими стоматологами. Мы всегда берем все, кроме гель-пасты. У нас все три сразу открыты. Отбеливающая, травяной комплекс и защитная. И мы чередуем то одно, то другое, то одно, то другое. Потрясающие пасты, рекомендую. Много лет уже ими пользуемся. Лучшего не видели. Станочки. Брала я такие станочки, мне они не понравились. Нет, они неудобные, для, особенно для интимных мест. Если что-то подбривать, это очень неудобно. Поэтому я от них отказалась. А вот, кстати, дочка моя все время любит вот этот гель для бритья. И она говорит, что он очень классный, хотя я вот его не оценила. Ба-бам! Бомба! Бомбический сливовый мусс. Так как каталог заканчивается, давайте я его куда-то выдавлю, что ли, покажу. Смотрите, его надо взбултыхать. И, кстати, его можно использовать для, не только для очищения, но и для бритья. Вот, это прикольная штука. Так, чуть-чуть нажимаем. Смотрите, какая пена. Ой, она прям вот стоит. Плотная, плотная, густая. Ой, смотрите. Давайте флакончик так положу. Смотрите, какое чудо. О, как она круто пахнет. Вот, ну что, прикольно. Я вот не видела, что еще можно с ним бриться, кстати. Очень интересная идея. Действительно, как пена для бритья. Красивый, такой тяжелый флакон. Там видно этой пены очень много. Но вот пока я с ней сижу, смотрите, она какая плотная. Она даже не собирается садиться. Я вот ее бью, мну. А она очень, очень хорошая пеночка. Держится. Конечно, гели для душа с натуральными эфирными маслами. Это шедевр. В Oriflame это, я считаю, это прям супер продукт, который надо оставить на постоянной основе. Тут детская серия. Ну, нет у меня детей маленьких, поэтому я не пробовала, не брала и не знаю, что там такого в этом. Зато есть некая печалька. Смотрите, здесь есть вот часики. Это значит, что эти продукты уходят у нас, прощаются с нами. И мне очень жаль, что вот эта серия манго и женьшень, что она уходит. Я влюбилась в эти средства. Мне и аромат нравится, и по качеству. Очень жаль. Очень. Поэтому. Элио для волос. Шампунь, бальзам, маска и спрей. У меня это все всегда. Стараюсь, чтобы все это всегда было. Вот эти все три продукта. Это новые. Прямо я их только получила. Компании, кстати, в подарок они мне пришли. Очень крутые. Я в таком восторге, что у меня это будет бесплатно. Ну, конечно, пришлось потрудиться. Смотрите, сколько времени прошло. Это оно потихоньку только еще садится. Ну, надо смывать, конечно. Шикарный продукт. Но надо пробовать. Потому что все, что мне хорошо, может быть, вам не очень понравится. Да? Поэтому я не могу гарантировать, что вам все продукты, которые нравятся мне, будут также классно. Пробуйте. Я в восторге от этой серии. Она, конечно, не дешевая. Да, ощутимая разница, если можно Hair X купить за 219 рублей, то здесь 319, на соточку дороже. Но иногда я покупаю, стараюсь так, чтобы периодически у меня это средство было. Дочка просто в восторге, она прям со слезами порой: «Мам, ну купи Элио!»
Я говорю, ну ладно, купим, не буду жадничать. А, серия Swedish Spa. Тоже у меня все продукты были, кроме мусса, по-моему, не было. Вот хочу показать масло, которым купаться. Это масло для душа. Чем оно интересно? Его когда наносишь на тело, просто, оно просто масло. Если нанести на мокрую кожу и вот так вот потереть, то оно становится белым. Беленькая такая, как, ну не пенка, не знаю, ну просто она преобразуется в белую такую штуку. Классно отмывает кожу, при этом супер увлажнение просто. Суперское увлажнение. Вот такая у меня есть для ванночек. И очень нравится целевой скраб. У меня это, наверное, уже третья банка. Плохо почему-то открывается он. Не пойму, почему, как его открыть-то. Эй, скраб, отдайся. Вот, открыла. Ой, как пахнет. Морской такой аромат. Скраб один из лучших, который я, в принципе, в жизни в своей пробовала. Он, конечно, дорогой, очень дорогой, но он стоит этих денег. Я бы его приравняла к салонной процедуре, которая стоит примерно там 2,5-3 тысячи, когда вы приходите в спа-салон. Я, кстати, люблю, меня Миша частенько балует, дарит мне такие процедуры. И вам там делают скрабирование, потом наносят какие-то маски, массаж делают. Так вот, если дома нанести вот это вот на распаренную кожу, то есть постоять в душе или полежать в ванной, а потом промассировать кожу вот с этим скрабом, вы не представляете, что будет с вашей кожей. Но это гарантированно кайф, омоложение, ощущение вообще суперские свежести, потому что кожа омолаживается, кровообращение усиливается и просто фантастическое. И также я брала себе крем, масло для тела увлажняющее, нет, подождите, да, и вот это, крем-масло, очень быстро кончилось, всего 200 мл, но как бы вроде бы немало, но за счет того, что оно такое густое, наносится на кожу много, я его использовала буквально там за 2-3 недели. А вот масло у меня все использовала дочка, я даже глаза моргнуть не успела, я только смотрю, уже пустой флакончик. Вот, так что классные продукты. Здесь у нас все для тела. Самый любимый продукт, конечно, у всех это питательный крем для рук и тела, мед и молоко. Далее вся вот эта серия с лимоном мне очень нравится. Правильно читается. Как правильно прочитать? Давайте найдем название, чтобы я не коверкала. Ну, не вижу. Где-то есть. Essence. Ну, вот мой любимый с лимоном. Эвербенный, конечно. Очень мне нравился с жасмином, но его почему-то сняли. Наше любимое мыло, все такие, да, хорошие кусочки. Ох, какое же классное мыло в Oriflame. Шикарные гели для душа. Супер щетка. Обязательно возьмите себе щетку, если не брали ее раньше. В каждый дом эту щетку. Вот в каждый дом. Шикарный массаж, как усиливает кровообращение. Достает до любых местечек, самых потаенных. То есть и спину самостоятельно можно так промассировать, прочистить ее. Для ног, смотрите, лежит вот эта пилка, никто ее не видит, она шикарная, эта пилка, она такая удобная, она прям широкая такая, лопата изогнутая, и она специально создана для того, чтобы отполировать пяточки. То есть здесь все средства хороши. И у нас выходит новинка для интимной гигиены, нравится мне эта идея обновить эту серию, тут они все разные, ну я, естественно, пока не пробовала, поэтому сказать ничего не могу. Надо будет все попробовать. У нас тут защитный, успокаивающий, освежающий. Но мне больше всего заинтересовало лосьон для интимной гигиены, потому что это очень нужная вещь. Мы буквально в офисе недавно обсуждали, что раньше такое было, его сняли, и все страдают, все ждут, потому что ну, он творит чудеса с интимными зонами. И завершает в этот раз скромное предложение. Это всего лишь крема для рук. Один из них у меня есть, это арника, да? Да, арника. Есть арника. Я брала облепиховый, я просто от него в восторге, без ума. Обязательно повторю, всего по 79 рублей, конечно, парочку надо брать. Арника тоже очень хорош. С авокадо, не знаю, не пробовала. Но кремы классные. И, кстати, хорошая пилочка для того, чтобы подпилить ногти. Она приходит в чехольчике, поэтому очень удобно. Ее с собой даже можно брать в дорогу. Вау, какой классный каталог! Вот знаете, я когда с вами смотрю каталог, листаю, я понимаю, какой он классный, сколько здесь шикарных предложений. И я уже сразу намечаю, так это надо взять, это в запас положу. Поэтому я вам тоже рекомендую также любить продукцию, как и я.
Потому что только когда вы сами любите продукт, когда вы его попробовали, прожили с ним, да, вот этот вот период, сколько он действует, вы можете передать свои эмоции живые, настоящие клиентам, потенциальным клиентам, людям, которые сомневаются, людям, которые будут вам говорить: «Ой, да какая разница, я пойду в Рубльбум или там Магнит Косметик». Разница огромная, огромная просто. Это все-таки Швеция. Это не подделка, это гарантия, что это стопудовое, это заводское, это наше проверенное, шведские ученые все это создают. На наших фабриках все это делают, поэтому гарантия качества 100%. Заботы о природе, заботы о людях все изготавливается. И я иногда ругаюсь на Oriflame, говорю: ну что такая плохая упаковка? Ну почему такая дешевая упаковка? Ну на самом деле, это шведы, и надо понимать, что они не на фантик работают, не на то, чтобы взять упаковкой, да, как многие делают компании. Они берут качеством, простотой, изяществом и чистотой. Поэтому моя любовь с Oriflame длится уже 21 год. Поэтому уже, да, я говорю не понаслышке об этой продукции, а о своей уже с ней прожитой полжизни практически. Поэтому я вам всем желаю успехов. Любите продукцию, рассказывайте о ней с любовью. И у вас всегда будут клиенты получаться новые, будет много заказов, и вы всегда будете как минимум в премьер-клубе, а это выгодно. До новых встреч в наших видео, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, нажимайте там на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео, и лайк с вас, если видео полезно. И пишите в комментариях вопросы, общайтесь, делитесь своим опытом. Потому что я смотрю, многие читают, и это помогает не только другим людям, но и мне, для того, чтобы сделать видео еще более полезными и информативными, опираясь на ваш опыт. Поэтому спасибо огромное. До новых встреч. Пока-пока. Go Pro Stop Video.